У эфиры программа «Новины региона» у студии Катерина Градницкая. Витаю вас и сегодня в выпуску. Глядите. Аналогов не было у Беларуси. На день народжения Могилева убачит незвычайный фейерверк. Рух полностью обмяжуют. У сувязи с ремонтом перекрыют мост по проспекту Миру проз раку Дубровенко. План управнания с летошним снижены. Як проходит уступная кампания во установы профессийно-техничной эдукации. Пытание мониторингу забруджвания природного осяродия обмярковывают у Могилеве. Тут проходит 65-е посяджение отповедной суместной коллегии Комитета союзной державы. Самая актуальная тема – изменение климату. Метеорологичные службы России и Беларуси повинны володать оперативной информацией по назираниях, отзначено на коллегии. Все для того, как своечасово рыхтовать рекомендации для галин экономики. Перш за все, это важно для сельской господарки. И она больше за остатних залежит от умов на дворе. Тут потребный обмен в опытом и питание у вельми шмат. Что произошло, например, с весной и начало лета этого года, хотелось бы услышать от профессионалов некоторые доводы и объяснения этому произошедшему. Но главное, что надо делать для того, чтобы спрогнозировать будущие изменения и адаптировать отрасли экономики, населения вот к предстоящим изменениям. Такое общение коллег двух государств позволяет вообще как бы держать руку на пульсе развития отдельных отраслей народного хозяйства в том плане, что мы и не отстаем друг от друга. Еще одна актуальная тема – радиационный мониторинг. Как чернобыльский, так и связанный с будовництвом у Беларуси первой АЭС. Тому задача – выпрацовать систему гидрометеорологичной безопасности двух держав. Ту систему, которую мы сейчас создаем, она соответствует европейским стандартам. Российские коллеги дают ей достаточно высокую оценку. И наше взаимодействие здесь нас более чем устраивает. Олеся Рыбалка, Миколай Соболев, «Новины региона». У юбилейный 750-й день народжения Могилева и у день его вызволения от немецко-фашистских захопников по традиции узнагородили лепших людей Могилева. Специальную премию горвыканкама «Досягнение» отримали 17 человек из разных сфер деятельности. Каждый из них принес славу и повагу не только Могилеву, але и всей Беларуси. У юбилейный для Могилева день народжения свой особливый юбилей и у специальной премии горвыканкама «Досягнение». У 15-й раз урочисто выказывать повагу людям, которые отданы своей справе, а профессия для них стала сенсом життя. Мы процентов на 70 в сравнении с прошлым годом увеличили объемы производства, завоевали новые рынки, рынки Восточной Европы, рынки Ближнего Востока. Наверное, и поэтому добавилась зарплата у людей. Высокие показатели у нас. Последние вот два года мы провели большую работу по энергосбережению. Снизили потребление электроэнергии порядка 2 миллионов киловатт-часов. Ну и много сделали для нашего любимого города. Это и новая иллюминация, это и новые рекламные вывески. Являюсь руководителем заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь «Кужалёк». И на протяжении 25 лет я работаю с детками. За 25 лет у нас очень много дипломов различного уровня. За 15 годов премии «Досягнение» ее лауреатами стали 228 могилевчан, многие неодноразово. Я думаю, что все жители города Могилева по достоинству оценят решение горосполкома, потому что здесь равнодушных людей нету. Люди дела, люди творческие, которые действительно историю города Могилева за 16-й год несли свою какую-то изюминку. Как прогучало по часу урочистой церемонии, сегодня Могилев динамично развивается. Ведется масштабная работа по его добраупорядкованию. Напереди шмат цікавых проектов. И это дякуючи таким людям, как лауреаты премии «Досягнення». Заправдным подарунком для их стал концерт Петра Елфимова, Ларисы Долиной, Сусо Павлиашвили, Стаса Костюшкина. Татьяна Сергійчык, Денис Бутылин, «Новини региона». Піратэхнічнае шоу, аналага ў якога не бачыла Беларусь. Так ацэньваюць арганізатары свята падарунак, які зрабіла Кітайская народная рэспубліка нашаму гораду да дня нараджэння. На працягу паўгадзіны магілючані і госці гораду ўбачаць незвычайны відовішны феерверк.
Флаги, сардечки, птушки, водоспады, надписи. Это только частка символов, которые размалюют небо над Могилевым подчас самого масштабного фейерверка краины. По словам специалистов, которые будут организовывать фейерверк, шоу будет сопровождаться музычными композициями и поделиться на несколько часток. Первая будет посвящена Беларуси, другая – Поднебесной. Пляцовкой запуску фейерверку вызначена набережная Днепра каля парку аттракционов. Причем пусковая пляцовка растягнется на 300 метров, а выстрелы будут ладить таким чином, что бачны их будет у разных утках областного центра. Справа у тем, что стрелы будут разноузровневые, а самые мощные досягнуть вышини навод у 150-200 метров. Початок святочного фейерверка запланованы у 24 годины 1 липня. Звертаем вашу увагу, что для безопасности выставить посты очапления. Будет перекрытый мост имя Яшина праз Днепр, парк аттракционов и прилегающую территорию каля Палаца в области. Уважливо ставьтесь до своей безопасности и безопасности других. Могилевская область на передедні 9-го международного инвестиционного форума «Млин поспеху». Нагадаем, он пройдет в Бобруйску с 30 червня по 1 липня. Каля 400 человек зарегистрировались для удела в форуме. Сьогодні «Млин поспеху» у Бобруйску прийме потенциальных инвесторов как близкого, так и дальнего замежжа. До прикладу, с Великобритании, Танзании, Польши, Азербайджана и Грузии. Пленарное посяджение пройдет 30 червня у областном театре драмы и комедии имя Дуніна Марцинкевича. Подчас его планируется подписать 10 договоров, протоколов об намерах и погоднениях. У приватности будет заключен инвестиционный договор на будовництво в Могилеве объекта громадского харчевания системы автораздачи. По проекте он разместится у районе перекрыжевания проспекта Пушкинского и улицы Островского. Бобруйск является культурной столицей Беларуси, тому акцент сёлета зробили не только на промысловый сектор, але и на презентацию туристичного и культурного потенциала Могилевской области. Для этого запрошены 4 десятки представников туристичных фирмов и інших зацікавленных с Беларуси, России и Польши. Традиционно отбудется и белорусско-китайская встреча. Яна пройдзе ў Магілёве. Мяркуецца, яе вынікам стане падпісанне пратакола аб намерах па замацаванні сяброўскіх сувязяў паміж Магілёвым і кітайскім Чанша, а таксама пагадненне аб эканамічным і гандлёвым супрацоўніцтве паміж гарадамі. Чатыры 1220 навучэнцаў плануецца набраць сёлета ва ўстановы прафесійна-тэхнічнай адукацыі Магілёўшчыны. План у параўнанні з леташнім на 5% зніжаны, што адпавядае патрэбам рэгіёна. Затое ўпершыню сёлета набіраюць слесараў па рамонце сельгастэхнікі ў Клішаўскім аграрна-тэхнічным каледжы. А вось Магілёўскі ліцэі нумар 5 і 9 будуць аб'яднаны. Падрабязна пра тое, як праходзіць уступная кампанія, раскажа Алеся Рыбалка. Улад подає документи на автокрановщика у 9-й ліцей Могилева. Подліток уже 13-й претендент на эту квалификацию. Сябар Дяніс наступный. Обрали такую профессию хлопцы не випадково. Строительная профессия только здесь. 5-й ліцей закрывают, остался только этот. У меня дедушка автокрановщик, я решил тоже по стопам дедушки пойти на эту профессию. Учиться 3 года. Автокрановщик – это самоходный кран, который передвигается на разные объекты. К примеру, ЖД на Казимировку. Доезжаю, там поднимаю что-нибудь, буду поднимать и все. Почему тебе это интересно? Ну, как бы дед Влада заинтересовал меня, ну, хотел попробовать. Ну, это и права на грузовую, на легковую. План по набору у ліцеї – 127 человек. Плюс 100 абитуриентов прийдут с 5-го ліцея. Установы однолькового профилю объединяют. С нового навучального года будет працевать только 9-й. Але повеличены по колькости и навученцев, и педагогов. Як и ранее, вывучиться тут можно будет по любой из 17 будовничьих квалификациях. Какую ты профессию для себя выбрал? Электрогазосварщик. У меня в семье все мужчины строители и сварщики, поэтому мы выбрали эту профессию. Набор ажыццяўляецца па конкурсе сярэдняга бала атэстата. Ва ўсіх навучальных установах прафтэхадукацыі, а іх у вобласці 29, будучых абітурыентаў прыёмныя камісіі чакаюць з 9 до 18 гадзін. Зразумела, з пакетам дакументаў. Пры адсутнасці неабходнага абяцаюць дапамагчы. Часто иногда дети приходят, они не знают, на кого поступают. То есть мы им подсказываем, и они уже потом только идут в поликлинику, у себя проходят необходимые медицинские осмотры. Если нет самого паспорта, то свидетельство о рождении и 6 фотографий 3×4. Дарэчы, наймальнікі з жаданнем бяруць на работу ў маладых аддзелачнікаў. У 9-м ліцэі можна нават паглядзець на іх работу падчас практыкі. У будынку інтэрната ліцэя і ўваходная група, і хол – усё зроблена навучэнцамі. Аднак рабочыя і іншых спецыяльнасцяў не застаюцца без працаўладкавання пасля навучання.
Уже распределение прошло. Есть небольшая проблема только с автокрановщиками, потому что они еще сдают экзамены в ГАИ, а все остальные уже трудоустроены. Прием заявок у лицея и колледжа будет ажиотавляться до 20 жнивня, залик до 25. Алиса Рыбалка, Денис Бутылин, новини региона. Старейший ботанический сад Беларуси принимает гостей. У Белорусской державной сельгазакадемии у Горках отбылась международная науково-практичная конференция, присвященная 170-летию ботанического саду. Ученые обмерковали проблемы развития коллекционного фонда, знакомились с историей академии, делились опытом. Не дивно, коли у Москве и Киеве у худким часе з'явятся клумбы шапка Мономаха по опыте городского ботанического саду. Подробности у наступным материале. У городского дендропарка свой ритм. Некоторым из этих древов свыше за 1,5 года – ровесники ботанического саду. Гостей, ученых из России, Украины и Беларуси все уражвая. У академии многие упершиню. Я имею опыт работы в оранжереях и в самом ботаническом саду. И я сравниваю, вот, допустим, ваш ботанический сад по коллекционному фонду, по ухоженности. И, на мой взгляд, это один из лучших. Головная идея встречи – нехвалебные промовы. Ученые-биологи обмерковывают проблему. У нас и у соседей яны прикладно однольковые – заховывать и пополнять коллекции. Ботаничные сады – не балласт, а необходные базы. Ботанические сады служат учебными базами для подготовки специалистов. Ну вот у вас аграриев, у нас биологов. И без живых растений невозможно подготовить грамотного специалиста. Ранее сады обменивались помеж собой рослинами, сегодня только насеннем и опытом. Гостей затекавила визитная картка городского ботаничного – клумбы «Шапка Мономаха». Эти клумбы у нас пошли еще после войны, когда когда Новиков Демьян Романович, он привез книги и рисунки из Германии после войны. И в практике стали осваивать эти клумбы у себя, и до сих пор эти клумбы мы сохраняем. Верность традициям – отметная особливость ботанического саду Белорусской сельгасакадемии. Тут открыли мемориальную дошку у гонор Людмилы Кирильчик. Она узначаливала сад с 78 по 2010 год. После себе она покинула соправдный природный помник, який оживая кожную весну. Павел Савицкий, Татьяна Ларина, Юрий Овласцов, новини региона. 22-й фестиваль духовной музыки «Могутный Боже» стал одним из самых масштабных. Такую отзнаку дали и организаторы, и члены жюри конкурсу хоровых коллективов. Традиционно фестиваль примал около 12 коллективов, все лето свои программы привезли 22. Гран-при конкурсу фестивалю духовной музыки «Могутный Боже» отримал дитячий коллектив «Перазвоны» Санкт-Петербургу. Сярод лауреатов – коллективы из Беларуси, России. Одразу две узнагороды отримал хор «Лангас» из Литвы, який на фестиваль приехал у першиню. Публика очень теплая, и все очень заинтересованы, и очень хороший этот фестиваль, и этот конкурс, и вся атмосфера очень дружественные, интересные и вдохновляющие. Проезд для транспорта будет закрытый. 30 червня у период с 00 годин до 6 раницы у сувязи с ремонтными работами на мосте по проспекте Миру у районе гостиницы Могилёв рух для всех видов транспорта будет закрытый. Обмежевания будут действовать на участку от улицы Космонавтов до улицы Тимиразевская. От добро ведомых драников до кашки у кисло-солодким соусе с яблочными чипсами. Тыдень белорусской кухни распочали могилевские кафе и рестораны. Идею уголовного управления гандлю и послуха облвыканкама подтримали 20 объектов громадского харчевания города. По приймальных ценах яны пропонуют не менее за десяток уласных фирменных страв белорусской кухни. Причем не только традиционные бабку и мачанку с блинами. Я приготавливаю блюдо под названием лазанка. Это белорусское национальное блюдо, очень похоже на лазанью итальянскую. Вот. Блюдо у нас популярно с 16 века. Она готовится из теста, со свининой, с домашними колбасками. Мы все это будем запекать в жарочном шкафу со сливками, сыром. Тыдень национальной кухни у Могилёве ладится до 2 липеня уключно. Еще больше цікавых новин на нашем сайте tvrmogilyov.by. А я с вами развитываюся. До встречи в эфире.